Добрый вечер. Я за свою жизнь так много беседовал с людьми. Мне кажется, что я когда родился, сразу начал беседовать. Но общение с людьми иногда играет такую забавную мистическую роль. Чем больше ты говоришь с людьми, тем меньше знают тебя. Ты интервьюируешь, ты беседуешь, ты раскрываешь. Но ты всегда остаешься где-то там. И зачастую отражение твоих вопросов люди переносят на тебя. И они начинают тебе придумывать, какой ты, наверное. И зачастую они ошибаются. Поэтому сегодня я не буду заниматься тем, чем занимаюсь многие-многие годы. А сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы максимально честно. Хотя скажу вам, я очень серьезно отношусь к тому, что делаю, и крайне несерьезно к себе. Я себя каждое утро вижу в зеркало, поэтому у меня нет иллюзий. Я не двухметровый блондин. Я настолько фанатично занимаюсь всю жизнь спортом с такими бездарными результатами, чтобы если у меня была бы хотя бы толика спортивного таланта, я же наверняка был бы олимпийским чемпионом. Мне страшно нравится петь, но, к счастью, у меня хватает иронии, чтобы понимать, что делать этого уж профессионально и на публике не надо. Самое точное определение моего пения дал Женя Маргулис. Он сказал: «Поешь ты, Вовка, громко». Мне очень нравится театр. Безумно нравится театр. Но мне всегда было лень учить роли. И я понимал, что вот сейчас выделить в графике несколько дней для того, чтобы тяжело и серьезно работать, и потом выйти на сцену, надо быть уверенным в материале и в режиссере, пока не уверен ни в первом, ни во втором. Очень хочется сняться в кино. Но не в роли себя, проходящего мимо телевизионными коридорами, говорящему какой-нибудь очередной молоденькой девушке, играющей телевизионную звезду: «Дорогуша, у вас все получится». То есть вот не этого хочется. Хочется большой-большой работы. Но есть обязательства образа и профессии. Я настолько требовательно отношусь к своему предназначению, что не могу делать что-то плохо. Вот если у меня нет ощущения, что я делаю это лучше всех, я не буду это делать. Это не значит, что я лучше, чем кто-то другой. Но вот то, что делаю лично я здесь и сейчас, я должен делать на 150%, на 200%. Я всегда знал, что я гений. Это обозначает только одно. Отличие гения от простого человека я для себя сформулировал в очень раннем возрасте. Гений осознает ответственность перед Богом за дарованные таланты. Поэтому там, где обычный человек может пожаловаться на жизнь, на судьбу, на козни врагов и друзей, на непонимание начальства и найти оправдание собственным неудачам, гений этого делать не может. Он должен пахать в 100 раз больше, чем человек, которому есть время на что-то жаловаться. Так что гением может стать каждый, кому не жалко положить свою жизнь на то, что ему кажется его призванием. А как определить, что твое призвание, а что нет? Ну, спросите, расскажу. Как определить, есть призвание или нет? Милая дама на галерке задала вопрос: а как узнать, твое призвание или нет? Ужас в том, что там контрасветы — это Анна Борисовна Шафран. Анечка, мне свет в глаза бьет, поэтому ты спускайся вниз. Тогда я тебя узнаю. Моя соведущая на радио. Мой соавтор. Как определить, есть призвание или нет? Есть несколько очень четких и ясных критериев. Первое – Господь не без милости. Если ты делаешь то, что ты должен делать, вдруг у тебя все начинает получаться. Вот ты ходишь, ты мучаешься, ты ходишь на нелюбимую работу, ты получаешь из-за нее деньги, которые тебя не устраивают, но ты боишься, что если ты не будешь ходить на работу, не будешь получать ничего. Как только ты начинаешь заниматься любимым делом, вдруг все выстраивается в правильном направлении. Появляется все, в том числе деньги. То есть Господь как бы тебе говорит: о, а я тебе что говорил? А главное, у тебя появляется странное ощущение, когда ты засыпаешь и когда ты просыпаешься. Это вот эти два пограничных состояния, когда эго засыпает первым, а совесть еще так мучительно тебе говорит: ну... И вот когда даже совесть не говорит: старичок, зачем ты так бездарно проживаешь свою жизнь, значит, ты нашел свое призвание. Вот сочетание материального для мужчины, это является принципиально важным. Я не понимаю голодных художников.
совсем не понимаю. Голодный художник — это не тот, у которого семья и дети голодают. Голодный — он голодный до результата, до творчества. Он голодный до успеха. Он должен хотеть успеха на разрыв аорты. Ну, о семье изволь позаботиться. Если ты мужик, ты обязан сделать все, чтобы у твоей семьи не было вопросов, где спать и что есть. Разгружай вагоны, подвози людей, нарубай мясо тонкими лаптями, но изволь пахать. Если ты берешь на себя ответственность, у тебя родители, у тебя жена, у тебя дети, изволь соответствовать. Мужские сопли – это мерзко. Владимир, скажите, пожалуйста, а вы имели кумира в детстве и юности? Был ли такой человек? Он и есть. Это моя мама, которая сидит прямо здесь. И благодаря моей маме я всегда рос в атмосфере любви, в которой не было сюсюканья, в которой была потрясающая требовательность, потому что у нас очень сильная семья. И у нас в семье все перфекционисты, абсолютно все. Вот у меня 8 детей и один внук, и они все перфекционисты, абсолютно. И они потрясающие, о каждом из своих детей я могу говорить долго. Мне повезло, я бесспорно жалкая тень моей мамы, и мои дети гораздо талантливее, чем я. Так что самый неспособный в семье – это я. И мне приятно это осознавать. Моя мама закончила институт, в котором был, как я понимаю, искусствоведческое педагогическое отделение, историческое. Поэтому мама и историк, отработавший много лет в музее «Панорама. Бородинская битва». Моя мама – человек фантастической красоты, перед красотой которой не могли устоять сильные мира сего и, падая на колени, умоляли мою маму осчастливить их. И среди них были и Рауль Кастро, и Херлу Бидструп, и Володя Мигуля. А моя мама говорила отнюдь, так как полюбила морячка. Да. Я не буду комментировать, почему. А то звали бы меня сейчас Володя Кастро-Рус, и ходил бы я по Кубе с золотым Калашниковым и в берете. Да, пожалуйста. Владимир, скажите, любили ли вы ходить в школу? И какой предмет нравился больше остальных? Спасибо большое. Я ничего не знаю о моем детстве. Объясню, почему. Потому что память человека, она услужлива. Она же всегда редактирует воспоминания. Она всегда выставляет тебя чуть больше героем. Она сохраняет твое достоинство. Мы ведь действительно никогда не можем вернуться в прошлое. У меня остались такие странные воспоминания. Я помню, когда мне было очень что-то... Вот, казалось, что ужас-ужас. Я понимал, что вот надо запомнить это состояние, и пройдет не так много времени, и я вспомню, как мне казалось, ужас-ужас, а уже все пройдет. Но вот такие ментальные упражнения я делал постоянно, когда было очень больно при расставании с любимой женщиной, или она тебя очень больно обижает, то ведь обиды, они тоже всегда работают одинаково. Ведь когда люди ссорятся, они всегда разыгрывают уже привычный гамбит. То есть ты знаешь, что скажешь ты, представляешь, что ответят тебе, и в какой-то момент времени попадает больно. Ага, второй раз больно, ага, а в третий раз уже не больно. Я мысленно пробегал эти ситуации, и у меня там вырабатывался такой мозоль. Я подходил к состоянию, когда мне было очень больно, потом думал, ха, а вроде и не больно. И откатывал назад. И уже не работало. Конечно, что огорчает мою жену, которая вот сидит прямо здесь, это мое умение быть дома и не дома. Вот я вроде в семье, а вроде меня и нет. Я уже на передаче, я уже думаю о книге. Вот я вроде здесь и поддерживаю беседу, и по-прежнему социализируюсь, а на самом деле думаю о чем-то совсем другом. В лихие 90-е, когда приходилось по-разному отправляться на работу, я занимался тогда бизнесом, и все, кто прожили 90-е, помнишь, это время было лихое. Когда был стресс, выяснилось, что у меня специфическая реакция на стресс. Я засыпаю. А представляете, что такое, да? Вы пришли домой, ругаетесь с женой, вам все высказывают, а вы заснули. Бесит страшно. Поэтому жить со мной — это
страшное испытание. Я тяжелейший человек в личной жизни. То, что моя жена терпит меня столько лет, еще вдобавок не рожает детей, это подвиг. Потому что реально я тяжелейший человек. Неудобный, сложный, весь в каких-то своих мыслях, что-то все время обдумывающий. Ну, такой. И отец очень тяжелый. Вот мой сын, может подтвердить, он здесь сидит, один из моих детей, Саша, который не пошел по моим стопам, а пошел в параллельные. Саша режиссер. Вот как-то раз мы снимали фильм о Муссолини, который, надеюсь, покажут в нашем холдинге. Саша на этом фильме режиссер, а я рассказываю сценарий. И Саша понял, какой ужас работать с отцом. Я страшно требовательный в профессии. Нереально требовательный. Если ты выходишь к аудитории, нет никаких оправданий. Владимир, скажите, пожалуйста, как вы выбрали свою профессию и как попали в институт стали и сплавов? Я попал в институт стали и сплавов, потому что меня больше никуда не взяли. Потому что я хотел стать актером. Я был весь такой актерский. На что мама сказала: сынок, у мужчины должна быть профессия. Ты лучше сначала стань инженером. В параллельном классе учился Глеб Ашанин, внук Льва Ивановича Ашанина. Я очень дружил и с Глебом, и с Машей. Они брат и сестра. И Глебкин родственник был физик, Сергей Федорович Бурлацкий. И Глеб увлекался физикой. И я как-то так решил, ну хорошо. И стал заниматься. Мама, которая зарабатывала тогда немного, и чтобы зарабатывать больше, чтобы хватало на репетиторов, пошла на вторую работу. То есть это тяжелейшее было время для моих родителей, но благодаря этому я вот вдруг из гуманитария превратился в технаря. В 80-м году постарался поступить на факультет аэродинамики и летательной техники физтеха. В МИФИ пытался поступать. Не знал, что тогда евреев туда не брали. Вот бывает такое смешное сочетание. Владимир Соловьев и еврей. Ну, бывает. Ничего не менял. Короче говоря, стали и сплав. Поэтому я пришел в стали и сплав. Никогда не блистал, но закончил с красным дипломом из жадности. Потому что денег в семье было немного, а платили повышенную стипендию. Я вообще, сколько себя помню, я всю жизнь работал. Мне всегда казалось, что... Ну, у меня дед фантастический человек был. К сожалению, ушел из жизни. Вот он всю жизнь пахал. И в каком бы состоянии ни приходил домой, приносил своей жене цветочек, особенно если нарушал режим, а дочери кулек конфет. Очень, очень мудро. Я не настолько вот склонен к таким проявлениям. Я не часто приношу домой цветы, но надеюсь, что моя жена всегда выглядит как королева. То есть это вот... И вот будучи инженером, красный диплом, какие-то работы, что-то переводил, зарабатывал неплохо денег, что только не делал. Началась перестройка, шапочки шил, там, тренировал карате, шмарате, ну, много было разного. Машины гонял из Средней Азии. При этом денег было столько, что в какой-то момент времени я вообще не понял, зачем мне покупать машину. Я понял, что просто дешевле все время ездить на такси. Из-за этого была связана такая странная история. Я заканчиваю институт стали и сплавов, понимаю, что инженером я быть не хочу. Начисто. Красный диплом, распределение, и благодаря моему приятелю Саше Шаповалову, из Питера, кстати, вдруг выясняется, что есть такой институт мировой экономики, международных отношений, Академии наук СССР. Я говорю, пойду-ка я туда в аспирантуру. Но это надо понимать, что это советское время, и молодой нахал инженер, единственный, который вдруг решает поступать в совершенно элитарное учреждение, это было нечто. Ну, сказано, сделано. Единственная проблема, что в феврале я защитил диплом, а экзамен только в октябре. Поэтому месяцев немало, надо что-то делать. Ну, можно, конечно, учить политэкономию, подметая улицы, что я делал. Подметал, кстати, дворец культуры имени Горбунова, площадь перед ним. Деньги приносило немалые. А еще в школу пошел преподавать, в которой сам учился. Преподавал алгебру, геометрию, физику и астрономию. В школе, оказывается, платили зарплату. А я уже машины гонял. И за один заезд я привозил такую сумку денег, совершенно официально. И меня удивляло, что мне еще зарплату начисляют. Потому что я своим студентам, которые были из небогатых семей в школе, я им стипендию платил. С деньгами помогал. А тут мне говорят, вы же педагог? Я говорю, да, я педагог.
Вот вам нагрузка. У меня выпускные классы были. Вы должны их отвезти на пикник. Я думаю, какой пикник? Это значит, тут идти с этим рюкзаком, электрички. Выхожу на Кутузовский проспект, школу на Кутузовском, торможу автобус. Рейсовый. Говорю, едем на пикник. Он говорит, хорошо. После чего загружаю класс, отвожу на пикник, не даю никому напиться, наблюдаю, как дети жарят купленные шашлыки, потом они их съедают, погружаю обратно, доставляю родителям. Это к тому, что уже тогда было не совсем пионерское время. Но у меня уже тогда был такой подход к жизни. Я не понимал, зачем просто так тратить время. Тут сегодня, кстати, иду сюда, на улице меня встречает человек, хватает за локоть и говорит, «Владимир Рудольфович!» Я так, «Да, я ваш ученик». Стоит такой дедушка. Господи, как же выгляжу я. Так вот получилось, был инженер. В инженерии перспектив не было. Стал экономистом, быстро защитился. Нравилась мне экономика, реально нравилась. Вдруг начались обмены с Америкой. Общался много с американцами. Им дико понравилась веселость моего нрава и неплохая работа, которую написал. Пригласили поработать в университете Алабамы в городе Хансвилл. И когда все наши ездили там учиться, я поехал туда преподавать. Это, конечно, надо было видеть. Попреподавал. Встретился с Бушем, с президентом. Вообще, надо было чуть, когда я с президентом встречался. Но это надо понимать. Ну, как приезжает советский человек, вот советский-советский, в Америку? Костюм купленный финский, купленный в магазине для молодоженов, тогда там все продавалось. Батник пакистанский, не имеющий никакого отношения к этому костюму. Галстук, который хорош тем, что его раз завязал и раз 50, можно аккуратно ослабляя, продолжает носить. И ботинки «Саламандра». Но это же ладно, что еще тогда отличало советского человека, это что у него всегда были белые теннисные носочки. Когда-то, когда я видел такие же носочки у генерала Лебедя, я его спросил, Александр Иванович, а строгий черный костюм, ну ладно, я понимаю, зеленый галстук, символ военнослужащего, а носочки-то что белые? Он говорит, понимаешь, Владимир, это символ чистоты. Но вот в Америке этот символ чистоты производил тяжелое впечатление, поэтому первое, что со мной сделал мой приятель Джон Хэтэуэй, когда он понял, что в таком виде я собираюсь к президенту, он так сказал, минуточку. И мы зашли в ближайший магазин, и из него я уже вышел, как такой среднестатистический американец. Ха-ха. Но умище-то я куда дену? Поэтому, когда Буш и его жена вдруг осознали, что перед ними профессор, ну, это называется visiting professor, университет Алабамы в Хансвилле, который еще и русский, у них глаза были такого размера, то есть они ждали, что я достану из кармана, наверное, болгарский зонтик и буду их колоть в ногу ядовитыми субстанциями. Беседа была, конечно, удивительной. Что меня поразило в Буше, что когда я его встретил через пару лет, он помнил, кто я, как меня зовут, и очень мило общался. Но грин-карт не получал, оставался российским гражданином всегда, паспорт не менял и занимался потом бизнесом. Извините, что долго рассказываю, просто иначе не понять, как я пришел в журналистику. А представляете, да, ты приезжаешь в Америку. Ну, все, конечно, хорошо, все замечательно. Только денег нет, знакомых нет, связей нет. И ты борешься за выживание сам. Город Хансвилл, штат Алабама. До меня единственный русский, который был и тот украинец. Звали его Остап Штромеки, и он бежал с отходящими немецкими частями с Западной Украины. Поэтому он говорил и преподавал русский язык, и это надо было слышать. Я умирал от смеха. То есть выпускников университета можно было опознать сразу. Они говорили с диким западноукраинским акцентом и считали, что ручка — это перо, то есть слова «ручка» нет. И они выдавали эмоцию «тю». То есть, ну, фантастический был язык. Поэтому, когда я говорил по-русски, я говорил медленно-медленно, а Штурмеки краснел. Потому что его студенты плохо понимали, о чем я говорю. Но это был город довольно необычный, потому что именно туда приехал Вернер фон Браун со своей командой немецких ракетчиков. Поэтому там действовал специфический режим, было очень много европейцев. И там находился Redstone Arsenal, где делали мозги к ракетам «Патриот», и ряд там «Интерграф» и прочие высокотехнологичные компании.
Поэтому в какой-то момент времени в БРовцы с строевым маршем зашли к ректору или там, к директору школы бизнеса, где я преподавал, и сказали, у вас тут есть такой профессор, я думаю, вам надо с ним расторгнуть контракт. Слишком too smart. То есть, ну, слишком уж такое. Опасненько. Но контракт контрактом, а у меня там, жена на сносях, ей рожать, что делать? И я там начинаю зарабатывать. Продаю огнетушители, пугая таких big black mama с тем, какой пожар начнется в их домах, если они тут же не купят у меня сумасшедшие огнетушители. Это та школа жизни, которую надо пройти. Поэтому после этого, когда мне говорят, есть ли люди, которым вы не сможете договориться? Поэтому Жириновский, я с ним просто отдыхаю. В какой-то момент времени я попродавал огнетушители, постриг траву, но мне же мало. Поэтому я стал писать аналитические отчеты, как надо строить для того, чтобы люди, приезжавшие в город Хансвилл из разных частей Соединенных Штатов, хотели купить жилье. Заработал на этом неплохо денег. Познакомился с человеком, с англичанином, который занимался дискотечным оборудованием, который сказал, давай откроем завод в России. И с этого момента началось заводское, тяжелые заводские будни. Сначала завод в России, потом на Филиппинах, потом попытка открыть завод в Ирландии. Продавали товар по всему миру. Ну, я же на работу езжу, я же радио включаю, а там такое несут. Я думаю, кто эти люди? О чем они говорят? Какой-то бред. Ну, и так вот продолжаю переживать, какой бред. Как-то раз приезжаю на работу, увольняю очередную даму, которая у меня работает. А у меня еще параллельно было агентство по трудоустройству. Потому что людей же невозможно было найти даже к себе. И вдруг эта дама через некоторое время звонит, Женю звали Демина, говорит, Владимир Дольфович, я устроилась на радиостанции, у нас тут заболела ведущая, которая преподает английский у микрофона. Вы не могли бы прийти подменить? Я пришел, стал рассказывать о своем житье-бытие в Америке. Когда закончил, прошло часа три, руководство радиостанции Наташа Синдеева и Дима Савицкий сказали, мужчина, все что угодно, только у нас работайте. Но надо было видеть этого мужчину. Весило тогда килограмм 150, 66-й размер одежды. Ну, золотая чисто цепочка пальцев три на шее, коротко стриженная. И когда я говорил людям, не вовремя платившим деньги, «Верни мои деньги!», то они бежали менять памперсы. Это было страшное зрелище. Ну, никогда не платил никакому бандиту, ни за какую крышу. Всегда их презирал, презираю сейчас. Вот бандитов презираю в любом обличии. Считаю, что мужчина должен вот созидать и приумножать. Отделить и отнимать – это не мужское дело, неправильно. Поэтому никакой благосклонности к этой романтике у меня нет. Ну вот, и началось радио. Тут, там, рассказываю. И как-то услышал это Игорь Мишин, человек, создавший в Екатеринбурге 4-й канал, и сказал очень известному продюсеру, Скворцову и Корчагину, такая пара была, продюсер сказал, слушайте, вот парень клевый, попробуйте его. Параллельно с этим Саша Левин услышал примерно такие же рекомендации от других людей, поэтому одновременно я получил предложение работать на телевидении и на канале ТНТ, и на Первом канале, тогда назывался ВРТ. Значит, я такой колобок, и Саша Гордон. Утонченный, интеллигентный. С этого момента мы стали работать парой. Поэтому, когда Саша рассказывает, что он меня привел на телевидение, это очень трогательная, но совсем неправдивая история. Дальше я походил по всем каналам не по своей воле. На некоторых каналах оказывался в печальной роли, на мне они заканчивались. Прошу. Владимир, а вы узнали Москву, когда вернулись из Америки, и как вам все это понравилось? Ну, я вообще к лужковскому ампиру, точнее, вампиру, отношусь сложно. Потому что я видел Москву страшной, темной, запущенной. Я видел Москву всю в мешочниках, в этих жутких сумках, в этих гигантских страшных пакетах. С людьми, у которых на лицах было написано, что они не улыбаются никогда. И если ты им улыбаешься в ответ, то было ощущение, что ты над ними издеваешься. Я когда открыл агентство по трудоустройству, я долгое время объяснял нашим людям, что такое улыбка. Я говорил, что поймите, когда человек улыбается, у него оба уголка губ одновременно должны быть устремлены наверх. Потому что в России была модно тяжелая ухмылка такая.
При этом вот есть еще наша такая российская черта. Мы почему-то говорим, ненавижу американцев, они такие лживые. Они... Вот эта их лживая улыбка. Для меня лучше лживая улыбка, чем натуральное хамство. Также меня бесит фраза, когда подходит и говорит, Владимир, я вам скажу правду. Откуда ты ее знаешь? Но с чего ты решил, что твое мнение, выраженное в хамской форме, является правдой? И почему ты решил, что твое право его высказать мне выше, чем мое право его не слышать? Но когда ты смотришь меня по телевизору, у тебя же есть кнопка «вкл-выкл», или ты можешь переключить канал, но когда ты ко мне подходишь, у тебя же этой кнопки нет. Это неравная ситуация. Не все, что нам кажется правдой, правдой является. Так как мне обожаю фразу. Владимир, дайте же, наконец, возможность простому человеку выйти и сказать Жириновскому всю правду в глаза. А как мы будем искать простого человека? Вот я сколько лет живу, простых людей не встречал. Нет никакого абстрактного простого человека. Каждый человек — это космос. Со своими переживаниями, трагедиями, сложными, такими хитросплетениями. Я простой человек. Нет таких. Совсем нет. И не бывает по определению. Вот проходит мимо вас человек, а это целая вселенная. Это полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. И ему навстречу идут еще полные собрания сочинений. Это удивительно, как Господь сотворил такое хитросплетение. Насколько все мы живем, как мы соотносимся друг с другом, в каких сложнейших связях. Ведь когда начинаешь об этом думать, понимаешь, как сложно устроен этот мир. Вы знаете, как человек, вот вроде у него все отлично, а потом раз и палец порезал. И тебя так начинает мучить этот порез, думаешь, Господи, я никогда не обращал внимания, как тонко устроен. И что вот какой-то один порез, а все начинает из рук валиться. А представляете, ведь каждый из нас элемент удивительно сложной системы, которую мы даже не можем осознать. И она меняется каждую секунду. Это ж такая красота мироздания. Добрый вечер, Владимир. А вам знакомо чувство страха? Знакомо ли мне чувство страха? Страх очень важен. Страх, по идее, должен работать как система предупреждения и спасать человека. Когда мне было лет 10-11, я не помню, во дворе я почувствовал, что ситуация как-то развивается неправильно. Ребята, которые были гораздо старше меня, они так вот приближались, я понимал, что, наверное, будут бить. Так иногда бывает, даже с теми, кого любят. И я вдруг понял, что когда мне будет очень больно, все равно так страшно больно, чтобы я не мог вытерпеть, не будет, потому что организм отключится. А потом, если он отключится, какая мне разница? Все равно рано или поздно придется умирать. И я вдруг настолько холодно отнесся к этой ситуации, что взял кирпич и долбанул по башке первому приближающемуся. И как-то они все куда-то рассосались. У меня нет чувства страха. Для меня страх действует как транквилизатор. Он меня подталкивает наоборот, к тому, что идти еще жестче. То есть меня нельзя запугать. Естественно, любого человека можно лишить жизни, и когда-то это происходит по естественным или неестественным причинам, и всегда об этом тяжело говорить, когда тебя слышат твои дети, твоя жена и твоя мама, и твой отец. Но это та профессия, которую я выбрал. Если бы я обладал чувством страха, я бы рассказывал о личной жизни наших звезд и о творчестве Стаса Михайлова. Но это не мое. Я занимаюсь жесткой политической журналистикой. Я позволяю себе иногда делать очень четкие конкретные расследования. Воюю не абстрактно против всего мирового зла и против абстрактной коррупции, а четко называю имя, фамилию, доводя до суда. А это уже другая работа. Поэтому приходится думать о собственной безопасности. Но чувства страха нет, и у меня это наследственное. Когда-то меня спасла моя мама. Мы отдыхали в Тарусе. Я был где-то в этом же возрасте, 10, 11, 12. Мама купалась в реке, а я был на пляже. Ну, какой там пляж в Тарусе? И шла компания ребят от 17 до 23. Они были уже то ли пьяные, то ли под воздействием чего-то еще. Это советское время.
И они меня так окружили, и назревал, то есть уже такой пошел гнилой базар. Они были вот, от них пахло кровью. И мама вдруг из воды вот выскочила, вот нырнула в этот круг агрессивных, молодых, здоровых волков. И стала их с какими-то там приговорками. Ой, ребятки, что это вы? Расталкивает, 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 расталкивает. И вытолкала их. И мы с мамой вышли из круга. Они поднялись вверх по реке еще 500 метров и убили человека. То есть они реально человека убили. Потом было громкое дело, их судили. А так они бы убили меня. Им было неважно кого, им нужна была кровь. Но мама ничего не испугалась. Она действовала, извини, мам, что тебе в третьем лице, абсолютно холодно, не теряя рассудка и не показывая даже элемента слабости. Иначе тоже стала бы жертвой. В маме была сила. А сила идет на отсутствие страха. У нас настолько сильный семейный корень, что в нем нет места страху. Я из своего младшего сына, младшего из, скажем так, он старше из младших. Дане 11 лет, красив как бог, длинные белокурые волосы, такой ангел. Очень хорошо учится, страшно любит девочки, поэтому это вызывает ревность у некоторых мальчиков. И я Дане объясняю, бей. Я отвел Даню в зал бокса, и Даня бьет. И занимается мой старший, занимается Даня. Вот сейчас подрастут Володя и Иван, и тоже будут заниматься. Потому что добро должно быть с кулаками. Мужчина должен уметь постоять за свою семью. И за то, что он считает правильным. Бей. Владимир, всем известно ваше отношение к нашей сборной по футболу после знаменитого выступления на последнем чемпионате Европы в 2012 году. И хотелось бы узнать, сохранили ли вы сейчас любовь ту же, есть ли у вас сейчас то желание смотреть за нашей сборной, верите ли вы в нашу сборную сейчас? Слушайте, верить надо в Бога. Смешно, когда люди верят в сборную там, или во что-то еще. Что в них верить? Когда мужики выходят на поле, умирают и бьются, они вызывают уважение. Когда выходят ленивые жирные коты, которые потом, сидя в ресторане, попивая коктейль, объясняют, что они для болельщиков играют, то хочешь сказать, молодчик, вы посмотрите на себя в зеркало. Вас, может быть, от себя не тошнит, а всю страну тошнит. Они играют так, как будто у них на майке написано не «Россия», а «Газпром». Это у них мечты сбываются, а для меня должно быть чувство гордости за страну, а не радость за то, что какой-то молокосос получает за что-то сумасшедшие деньги. Понимаете, для меня вот спортсмены, они особенные люди. Есть те, которые вызывают у меня гигантское уважение, а есть те, которые я вообще не понимаю, что делают в этом мире. Просто не понимаю. А когда они становятся еще взбалмошные, я ненавижу мужчин их проявления женских черт. Не понимаю. Я старомоден. Для меня мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. А вот все эти промежуточные состояния, все эти метросексуалы, это не ко мне. Совсем. А говоря о спорте, я вынужден заниматься спортом. Сейчас это бокс, но я понимаю, слушай, ну когда человеку почти 50, и он занимается боксом, у меня нет иллюзий, я не боксер. Это все ОФП на тему бокса или футбола. Я когда играю в футбол, я главное мечтаю, чтобы никто это не снимал, потому что возникает ощущение, когда смотришь, а этот, что за странный маленький толстенький человечек, ползающий по полю, это я? Не может быть! Все же... Иллюзий никаких. Но в силу моей профессии мне необходимо обладать определенным уровнем энергии и физических кондиций. А это значит, что я абсолютно профессионально отношусь к тому, сколько я сплю, к сожалению, мало, как я ем, когда я отдыхаю, сколько я занимаюсь спортом. Потому что иначе, ну, работал я ночной эфир после выборов в Государственную Думу. Это было 5,5 часов на ногах. Вот просто если взять человека и поставить, чтобы он стоял 5,5 часов, а при этом еще должна быть высокая концентрация внимания, потому что дирижируешь, не каждый это сможет. Поэтому определенные требования к профессии. Это всего лишь отношение к своему телу как к инструменту. Так же, как отношение к голосу. То есть есть какие-то вещи, которые мне делать нельзя. Просто голос может это не позволить. Поэтому если минус 15, я в футбол не пойду играть. Связки не достудить. Жить. Скажите, пожалуйста, вот у вас замечательная, интересная, актуальная передача. Миллионная радио и телеаудитория.
А вы книги еще пишете и много книг. А зачем? Это все форма мыслительной активности. Я просто очень люблю думать. Есть разные формы размышления. Книги, радиоэфиры, телевизионные абсолютно дают разную форму и глубину проникновения. Поэтому для меня это всего лишь форма мыслительной активности. Моя профессия, она же абсолютно сиюминутна. Уволить человека, убрать его из радио или телевизионного эфира в нашей стране – это 2 секунды, один телефонный звонок. Уборщицу с телецентра уволить тяжелее. На канале «Россия» мне удалось сделать то, о чем мечтает каждый журналист. Потому что когда ты ведешь в прямом эфире политические дебаты перед выборами, и ты знаешь, что это прямой эфир, и ты помогаешь своим согражданам осознать, кто эти люди и за кого они будут голосовать, это дорогого стоит. Это просто для меня важно. Именно поэтому я ненавижу любую форму ретуши. Когда мне говорят, а зачем? Но они же тебя так кричат. Почему? А я хочу, чтобы вы их увидели настоящими. Не причесанными, не произносящими речи спичрайтеров. Чтобы в них не было придумок. Чтобы вы видели, за кого вы голосуете. Кто люди, определяющие судьбы страны. Не придуманные персонажи, не глянцевые образы, а вот какие они, ругающиеся на женщин, не способные выслушать друг друга, эмоциональные или не очень, лгущие или нет. Но чтобы вы наконец-то увидели их настоящими. Я могу вам сказать точно, что нет ни одной другой программы на телевидении, ну, кроме моих бесконечных клонов, где бы вы увидели вот такие эмоции. Но это не моя заслуга. Вот сколько лет я работаю на телевидении, со мной работает абсолютный телевизионный гений Гайнес Самсоновна Амбарцумян. И вообще телевидение – профессия, где зачастую вы видите только лицо. А это феноменальный труд съемочной бригады. Ничего невозможно без этих людей. От их слаженной работы, начиная от редакторов. И вот все, кто работают, гримеры, костюмеры, операторы, звукорежиссеры, рабочие, бесконечная сложная работа пультовиков, от которых столько зависит, потому что картинки, ведь вовремя ты не взял, оператора не снял, не увидел, режиссер вовремя вот эту кнопку не нажал, и все, эмоция ушла. Вы же видите уже готовый продукт. И есть некий Владимир Соловьев, который, вот он я, ничего подобного. Я это собираю на образ. Без команды меня нет. Я – это олицетворение вот всей телевизионной пирамиды, которая приводит к появлению продукта. И, к сожалению, обычно титры бегут быстро. Но вот это все люди, которые заслуживают гигантского уважения. В России, где мощнейшая телевизионная индустрия, полностью отсутствует достойная индустрия академии и полностью отсутствует даже иллюзия телевизионной критики. Есть набор ничтожных персонажей, пишущих о политике, прикрываясь телевидением, но которые ничего не понимают в телевидении, которые не бывают на съемках, которые не осознают, в чем состоит сложности работы каждого отдельного телевизионного профессионала и не способны понять эту тенденцию, ее преподнести. Ты будь исследователем, ты пойми индустрию, ты ее почувствуй, тогда тебя начнут уважать. А в нашей же индустрии как мы относимся к критикам? Как к бездарностям, которые не смогли состояться в профессиях? Как могут оценить работу профессионалов-дилетантов, которые даже не понимают, о чем идет речь? Владимир, ну, то, что вы колоссальное время проводите в эфире, это всем нам известно. Меньше, чем приглашают. Вот сюда пришел только потому, что решил, что надо. А в принципе считаю, что нельзя собой перекармливать. Поэтому отказываюсь от многих предложений, от разных каналов прийти и посвятить. Ну вот я продолжу. У вас очень содержательные, по смыслу содержательные выступления. Вот как вы успеваете наработать эту содержательность? Откуда вы берете это время? Вот нашли в деревне Кукуево мужика, вылитый Карл Маркс. Ну, вылитый, но тракторист. Приезжают, говорят, вы, конечно, извините, но... Нехорошо. Ну, такая узнаваемость все-таки лишняя. Ну, давайте вы хоть усы и бороду сбрейте.
Усы ты и бороду я сбрею, а умище-то куда девать? Понимаете, я же занимаюсь любимым делом. Я же просто в этом живу. Я же общаюсь с теми людьми, которые являются носителями информации. Я знаю Дмитрия Олеговича Рогозина с 86 года. Я помню Чубайса худым, скромным ленинградским экономистом. Я когда-то пытался печататься в журнале «Коммунист», где заместителем главного был Егор Тимурович Гайдар. Я у Евгения Максимовича Примакова, я был аспирантом, Евгений Максимович возглавлял институт. А когда я поступал в аспирантуру, был господин Яковлев. Я таким количеством людей на протяжении такого количества времени нахожусь рядом, что им тяжело мне врать. Это, ну, могу рассказать только следующий анекдот на эту тему. Когда Рабинович в 36 году, в 57 раз, никак не может вступить в партию. И жена ему говорит, что Изя, ну уже шо? Ну почему опять? Он говорит, ну я прихожу, они спрашивают. Рабинович, я говорю, я. Вы играли на свадьбе у батьки Махно на баяне. Но сидят уважаемые люди. Я же не могу врать, глядя в глаза райкому партии. Я говорю, да, играл Изя. Ну, скажи, что нет. А как я им совру? Они же все на той свадьбе гуляли. То есть поэтому у меня абсолютно такая ситуация. Но что они мне будут рассказывать, если они знают, что я там был и все это видел и слышал? Все очень просто. Плюс я все время нахожусь в этом информационном массиве. Я много читаю, я люблю читать, мне интересно читать. Я много слушаю. Я предпочитаю взять время у сна, но почитать, посмотреть новости, послушать, подумать. Нет ничего в мире интереснее политики. Это чистые эмоции. Это абсолютный Шекспир наших дней. Вы больше нигде не найдете такого яркого, четкого и ясного выражения человеческих эмоций и проявлений. Нигде. Ведь нет большего и более страшного, более сильного греха, чем гордыня. Вот то, что люди не понимают. Ведь говорят, вот у Сталина не было ничего. Шинель. У него был такой уровень силы и власти, что зачем ему было материальное наполнение? Это какой уровень гордыни? Не случайно мой приятель, афонский монах Афанасий, человек уникальный, он пешком когда-то из Владивостока дошел до Иерусалима. Несколько лет шел. И он такой... непростой в общении. Ух! И я ему говорю, смотри, вот папа римский новый. О, аскет. Не хочет жить в папских палатах, сам себе готовить будет, от папы мобиля отказался. А тот прям чуть не плачет. Говорит, беда страшная. Говорит, ты представляешь, какой уровень гордыни? Ведь никого страшнее папы римского в принципе нет. Это какой уровень гордыни возомнить себя кому равным, что каждое слово твое истина в конечной инстанции? Он может и годами голодать. Гордыня все сожрет. Вот взгляд афонского монаха. Непривычный для нас. Мы же видим все по-другому. Как вдруг иначе открываются миры. И возникает совершенно иное зрение. Совершенно иное понимание всего происходящего. И мне нравится это увидеть и рассказать. Без сисюканья. Зачастую крайне жестко. Ну, как у Гумилева в «Моим читателям». Вот так. А да, мне передают записки, которые я складываю в карман и не читаю. Кто из ваших героев стал для вас самым трудным? Самым трудным был президент на тот момент Калмыкии, Кирсан Илюмжинов. Мы снимали передачу «Смотрите, кто пришел», а он на нее не пришел. Поэтому это была самая трудная роль. Потому что прямой эфир, телемост. Я смотрю, сидит человек, который ни за какие ковришки не похож на Кирсана. Это был его адвокат. 15 минут я над ним издевался так, рейтинги зашкаливали. Кирсан со мной после этого долго не разговаривал.
Как вам удается находить взаимопонимание с разными людьми? Это элементарно. Надо всего лишь людей слышать. Самое тяжелое в профессии журналиста – это не говорить. Самое сложное в профессии интервьюера – это слышать. Ко мне на передачу «Воскресный вечер» пришел Александр Андреевич Проханов. Ну, казалось бы, Проханова слышали все миллион раз. То, каким он был у меня, он не был нигде. Потому что я его слышал. А когда ты слышишь, ты понимаешь, о чем человека спросить. Ты ему помогаешь раскрыться. Ты не пытаешься самоутвердиться, показав, вот я какой! Смотрите, как я взял и нахамил! Ха-ха-ха! Нет, ты героя раскрываешь. В этом отличие профессионала. Нахамить может любой дурак. А вот раскрыть гостя – это искусство. Надо уметь слышать. А чтобы уметь слышать, надо знать. А чтобы установить этот уровень доверия, надо было, если к тебе приходит писатель, его читать. Надо знать, о чем этот человек говорит, его биографию, каков он. За каждой произнесенной фразой должны быть тома прочитанные. Тогда ты не будешь легковесным. Это с Сашей Гордоном, когда у нас завязывались разнообразные перепалки, говорил, Саша, проблема в том, что ты читал название книг, а я еще и сами книги. Поэтому не пытайся со мной вот спорить, не владея материалом. Вот эти все театральные, это не проходит. Я в свое время, когда народ сильно умничал, Макиавелли, да, кто? Говорят, ну, покажи хотя бы ориентировочно, книжка толстая, тонкая. Ну, государь он какой? Или принц по-разному приводится. Какая толстая книжка? Ну, сколько страниц? Сколько? Наступала, как правило, неловкая пауза. Ну, ничего, ничего. И к паузам я тоже привык. Паузы надо уметь держать. Да, прошу. Владимир, вас слушают миллионы зрителей и смотрят вас. Как все-таки вы относитесь к аудитории? Какую, может быть, основную мысль вы хотели бы донести вот даже до нас, до ваших слушателей и зрителей? Я лет 14 вещаю на радио и лет уже не знаю сколько на телевидении. Неужели вы считаете, что есть одна мысль, которую за все эти годы я так и не смог донести? Нет, я имею в виду что-то основное, чтобы вы хотели донести до нас, до ваших зрителей. В свое время было много рассуждений о том, как себя должен вести христианин, которым я не являюсь, Великий пост. И одному из священнослужителей принадлежит такая фраза на вопрос, что можно и что нельзя. И он сказал, деточки, вы, главное, друг друга не кушайте. Вот зачастую мне кажется, что основная мысль, которую я пытаюсь донести до человека, что бы ни происходило, у него есть возможность услышать голос Бога. Я пытаюсь показать каждому, что у него есть ответственность. Не вечные вопли, что все вы сволочи, мерзавцы, подонки, воры, грабители, коррупционеры, а что есть ты. И твоя ответственность, чтобы жизнь вокруг тебя была лучше. Есть ты, который должен каждый день вести эту колоссальную битву, в первую очередь, с собой. И каждый день бороться за то, чтобы все-таки вот этот мерцающий огонек добра присутствовал. Иногда это очень больно, иногда это очень тяжело. Это никогда не сюсюканье, это не поглаживание по головке. Иногда требуются экстремальные меры. Но ты должен разбудить человека. Вот для этого я выхожу в эфир. Я пытаюсь сказать людям, что они не звери, что их не задушило мещанство. Потому что я смотрю и вижу, что очень много тел, а зачастую на все тела не хватило душ. Вот я хочу, чтобы душа была у человека. Знаете, что самое тяжелое в нашей профессии? Не потерять веру в людей и любовь к ним. Но как только ты становишься глухим, тебе надо уходить. Как только ты наслаждаешься тем, что тебя показывают, тем, что я журналист, мне воду отключили, сейчас я позвоню, и все решится. Надо завершать. Ты должен чувствовать чужую боль. Настолько, что у тебя должна появляться слеза. Спасибо, люди добрые.
Извините, что без песен, но хотя бы с прибаутками. Всего вам хорошего.